Еще не началось? Вот, держи. Послушай. Кто ты такой? А где старик? Он уволился. Тогда прошу меня простить. Послушай, похоже, что дождь надолго. Если хочешь посмотреть дораму, прошу. До встречи. Старичок? Да. А можно открыть окно? Ты сегодня очень много двигался. Ты очень проницательна. Какой год ты родился? В год крысы. Крысы? Значит, тебе 48. Ты купил новую обувь? Ты в порядке? Прости. Ай, больно. Забирайся на спину. Ты пожалеешь. Все в порядке. Видишь, теперь ты пожалел? У меня к тебе есть еще одна просьба, хорошо? И что же там застряло? Это трусы. Дай. Спасибо. Это в знак благодарности. Спасибо, но... Пригласи кого-то из друзей. У тебя что, нет друзей? Тогда пошли вместе. Пока я совсем ничего о тебе не знаю. И ничего не узнаю, пока не расскажешь. Даже если ничего не скажешь, по твоей одежде можно сказать, что ты ела якинику. Верно так. Я каждый день хожу, показывая другим, что я сегодня ела. Антонио. Меня зовут Антонио Шинозаки Руи. Я занимался кикбоксингом, и мне 24. Мне тяжело говорить о прошлом. Прости, что заставила тебя говорить о том, о чем ты не хотел. Ты, оказывается, совсем не старичок. Спасибо, что проводил меня. Можно поговорить завтра в офисе. Сейчас уходите, пожалуйста. Сядь. Помочь тебе. Это... Понимаешь, что это делает меня еще более жалкой? Was down on the same
Другого я тебе и не ожидал, Антонио. В схватке ты непобедим. Я решил, что больше к вам не вернусь. До встречи. Почему ты мне ничего не сказала, что еще есть возможность восстановить твое зрение? Я достану деньги. Мне достаточно одного боя. Если выиграешь, можешь быть свободен. Антонио говорил мне недавно, что встретил очень дорогого ему человека. Но он сказал, что не должен быть рядом с ней. Это из-за того дня, в который вы попали в аварию. Волонтер, давайте я сделаю вам массаж. Вы держитесь, все будет хорошо. Неужели? Это же вам я делала массаж в больнице. Куда вы идете? Я могу вас проводить. Руи! Тебе здесь не место. Пошли домой. С возвращением. Я вернулся.